У меня там стоит шкафчик, в котором я храню кое-какие вещи. Могу даже, ну, что-то из продуктов положить. Интересненького там. Пустые бутылки, старые стулья, коробки с чем-нибудь. Иногда белье сушу, так вот. Иногда баночки поставлю, потом их, конечно, использую, куда надо. Но у меня хлама нету частенько. То, что нельзя увезти на дачу, чтобы не сперли, хранится на балконе. Например, 4 колеса от Лансера, зимняя резина у сына. Например, стройматериалы к ремонту. Потом какой-то... Надо туда, кстати, заглянуть, я даже уже не помню, что там.